Всем привет, с вами Кулинарная Гармония и Михаил, и сегодня мы приготовим очень вкусный салат на праздничный стол. Нам для этого понадобится ветчина, гранат, плавленый сыр, отварные яйца, укроп, листы салата, отварной рис, майонез, соль, перец, растительное масло. Ну что, давайте теперь приступим. Режем ветчину некрупным кубиком. Ребята, и не забывайте подписываться на наш еще один кулинарный канал с диетическими рецептами, а также на влоговый канал, где мы показываем нашу повседневную жизнь. Ссылки будут внизу под видео в описании. Ветчину пересыпали в глубокую миску, в которой будем замешивать салат. Режем некрупным кубиком плавленый сыр. Плавленый сыр я для салата выбирал не мягкий, он плотный, чтобы лучше резался. Пересыпаем к ветчине сыр. Также некрупным кубиком режем отварные яйца. К ингредиентам добавляем яйца. Режем мелко укроп. Добавляем укроп. Добавляем рис. Солим. Перчим. Пару столовых ложек растительного масла. С маслом салат будет нежнее. Майонез. Перемешиваем. Я подготовил форму, на дно положил листья салата и теперь выкладываем салат. Разровняем салат и слегка притрамбуем его, чтобы он не рассыпался, когда будем снимать форму. Сверху высыпаем гранат. Аккуратно снимаем форму. Ну что, давайте теперь попробуем. Очень красивый, очень аппетитный салат. Зерна граната прям аж блестят по-праздничному. Давайте попробуем. Класс, наш не терпится. Ребята, салат получился очень-очень вкусный. Зерна граната придают очень приятный кисло-сладкий вкус. Отлично подобраны ингредиенты. Рекомендую вам его обязательно приготовить. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, не забывайте ставить лайки. А также не забывайте делиться с друзьями. И подписывайтесь на наш еще один кулинарный канал с диетическими рецептами. И Инстаграм, там более короткие видеорецепты. Приятного аппетита всем, пока-пока и удачи!